И так аншабнули этот, купил этот и поиграл. Sega Pack, там это, блин, на этом недавно заметил на Стиме, продают эти паки, да. Ну, первый раз я что-то месяц назад купил, блядь, Том Клэнси, да, я охуел там, типа, как дешево. Там все говно там в одном мешке, так сказать, блядь. Блядь, этого отморозка, да, сука, которому, блядь, везде, блядь, коммунисты мерещатся. Вот, и там, короче, дохуя там, блядь, там вообще там очень полно там. Так. Вот, я купил, типа, Сегу. И там такое объебалово там, ну, блядь, ну тоже, короче, блядь, как бы ты платишь за все игры, а если у тебя эта игра есть, то как бы она тебе не дается, и даже пишут, блядь, тебе эта игра есть, тебе даже CDK не дадут, иди нахуй, а типа ты все равно заплатил за нее, вроде как. Ну, собственно, неважно, у меня только Сёгун там был, ну там, блядь, за 1200 рублей, что ли, продают все игры, Сеги, включая Сёгуна, все эти империи, там эти и вообще все, что выходило от Сеги практически. То есть, вот, и включая вот этот, как его, вот этот вот древний, да, сборник игр Сеги, который вышел на всех вообще приставках, на PlayStation 3, там, на Xbox, на PSP, даже, по-моему, на Nintendo DS, да, то есть они, блядь, жадные, вот эти все твари, они берут, да, и как бы вот игры берут и заново их перепродают, вообще ничего не меняя в них, там, древние. Причем им как бы похуй, что давно уже эмулятор есть, а все равно это делают, потому что это ничего, вообще никакой разработки. Разработка игры вообще $1 там, да. Просто эмулятор прокрутили и флеш-меню, и все. То есть даже через жопу все сделано, там настраивается. Ну как эмулятор взяли и скину поменяли и запихнули туда 10 ромов. Вот. Кстати, вот этот Red Dead раньше, это такая, блядь, пиздец, охуенная игра, еще третья часть. Это, бля, там такой графон, сука, видимо, с каких-то аркадных автоматов. Ну, блядь, одна из самых охуенных игр на Сеге была. Там, блядь, это такой графон, это пиздец. Все знают, как бы охуели, да? Был Street Fighter, да? Где меня почему бесил Street Fighter еще на Денди, да? Я вообще охуел, там на Денди еще, блядь, 80-е, да? Типа Street Fighter, блядь. Я думал, там, сука, потом на самолеты на эти зареги залезешь, будешь летать там нишу на фоне, да? Там, блядь, 4 бойца и пиздится просто, да? Вообще пиздец, я до файтингов вообще не видел. Ну, там были у меня там эти сборники, эти, да? Там с конфу, там вот эти вот, блядь, на сборниках. А тут, блядь, там вот это вот, блядь, Street Fighter, вот что за хуйня-то, там прошел раз пять, блядь, и одна и та же хуйня. Вот, а потом вот этот, блядь, Street Fighter, это пиздец, блядь, вот этот Street of Rage, это, блядь, как получается Mortal Kombat, да, и Street Fighter, только дохуя всего, вот, собственно, какими они должны быть. И вообще, и тут боссы, бля, там, причем несколько концовок было, это вообще просто, и причем многие о них не знали, да, там, если не спасти кого-то, там совершенно другая линия, это вообще, блядь, я там охуел просто, это пиздец, такая игра, блядь, это 100 раз проходили, потом нахуй шли, нахуй, блядь, и другим, нахуй, там, брали приставку к другим, там, блядь, и тоже проходили заново, так, нахуй, ходили, блядь, блядь, барака в барак. Блять, играли там одну приставку, там кого-то убили, да, взяли эту приставку с игрой, и вот ходили вот там нахуй по всем нахуй хатам, блять, и играли в одну и ту же игру, да, пока там не поймают и не посадят, да, то есть вообще пиздец, да, вот, и короче, там, блять, с одной стороны, типа, вот, типа, дохуя игр, да, а с другой стороны, блять, когда это купил, нахуй это, блять, купил, сука, там, блять, одна хуйня какая-то, да, там, или в то, что я уже давно прошел. Ну там зато, там плюс, там есть игры, которые, да, которые я вообще не знал о их существовании, да, и не делал как бы обзоры на них. Там, например, там, блядь, какие-то она, блядь, это Sega выпускает или издает, какие-то игры вообще стрёмные, да, никто не делает, какие-то экспериментальные, где надо мышкой кликать, какой-то тактический симулятор полу в реальном времени с роботами, блядь, с гоботами. И одна там, а мне понравилось, да, вид сверху, да, и лютый пиздец, вообще инопланетяне нападают. Такой пиздец, вообще, нахуй, вроде как бы, блядь, поначалу говно, а потом, блядь, такое происходит. Ни в одной игре такого нет, куча солдат бегает туда-сюда, вертолеты, блядь, инопланетяне, и все вроде как бы качественно сделано, блядь, и как будто, как бы, эти игра, нахуй, в стиле 90-х, там, вообще, блядь, блокбастер 90-х, блядь, там такой пиздец, так, тактическая, сука, такая стратегия в реальном времени, блядь, линейная. И ну там еще дохуя всего. Я думаю, еще купить там все эти паки до первого этого. Ну да пусть будут, нахуй, что там недорого стоит-то. Там по 1000 рублей, зато дохуя игры, да, и главное, там в шлеме можно играть. А потому что, блядь, даже Steam это лучше, чем пиратку установить, потому что, блядь, вот у меня 2 терабайта, да, это хард специально для игр, только там папка Game и Games, да. И вот там вот, блядь,
куча установлена, блядь, я на 90% хард забитый. А вообще пиздец, не понимаешь там. И 90% игр эти нерабочие, блядь, а ты не понимаешь, какие из них нерабочие, уже забываешь, все перемешивает, и в итоге не знаешь, что удалять, а когда хочешь удалять, думаешь, да нет, не надо там. Вот эти, блядь, забит хард 2 терабайта неизвестно чем, блядь, играми, то есть это, блядь, вообще это хуйня, надо заканчивать быстрее. И что как в One Life было, но в One Life одна проблема, 3D пока не поддерживают, хотя все обещают. И вот надо тогда эти покупать, что ли, там в этих шлеме сидеть. Да, и главное, вот эти игры, они все говно с кучу сваливают, да. То есть они даже для Steam не заточены, да, там надо эти серийники вводить, там, одни через Life работают, да, другие чем с GameSpy, там, хуй спай, блядь. Блять, панкбастер, блять, что там, сука, через жопу там запихали, да, там, и, блять, там, сука, сам, и там они еще запускаются не с первого раза, блять, ноги глючат, ну так, ну вроде удалось Rome Total War, блять, запустить, да, там Steam просто переустановил, вот, блять, вот это вот, сука, такая игра, но это вторая часть, я как бы у него на Сеге не играл, у меня третья была только. Блять, это потом уже на эмуляторах играл. Чуть на Сеге я не видел, блядь, Street of Fighter 1, потому что как бы не заводили в барыги. А вот третья, сука, часть была, блядь, это... Там, блядь, там такие, блядь, проститутки, сука, пидоры, блядь, их пиздишь, блядь, ножами, блядь. И вообще пиздец, все нахуй, блядь, 90, блядь, и главное, сука, блядь, вообще охуели, там, сука, дед, нахуй, киборг, это вообще пиздец, блядь, дед киборг, блядь, у него, сука, руки механизированные, блядь, ой, и там суперудар, да, нам, нахуй, такой один. Блять, вот босс, блять, пиздец. Ну, по предбоссе, я бы так сказал. Предбоссе, сука. Блять, да. Блять, и главное, имена, генератор имен, да, пиздишь, и все разные, как не просто бота, типа, ты че, в одинаковый, а у всех имя-то разное, смотришь, вообще пиздец. Блять, это пиздец. Блин, давайте уже. Да. В общем, что хотел сказать, ну, блядь, ну все равно надо покупать так дешево, это пиздец, это вообще это дешевле, чем в Алаве даже выходит. Хотя в Алаве тоже там дешево, там такие скидки каждый день. Там вообще халява была, да? Я вообще охуел, вот мне же жалко 1000 фейков не зарегил, не все скупил. Просто, блядь, берешь, и вот было, блядь, месяц назад, блядь, покупаешь игру, а деньги не списываются, да? И у меня было уже там, да, 60% игр всех куплено, да? Кроме левых, да? И вот я купил оставшиеся все 100% игр там, и, блядь, наверное, баксов 500, что ли, там. И вот, и бац, я думал, тогда снимут потом это, как бы, блядь, ну, отменят, удалят, а их ведь не удалили, месяц прошел, не удалили, просто один раз пытались эти деньги списать, да, повторно, но ничего не получилось, они уже забили, да, видимо, они не могут, реально, блядь, такой, блядь, и главное, молчат везде, да, нигде там не написано про это, да, про такой лютый беспредел, и сами они никакой, да, консультации не дали по поводу полу, даже что там, типа, воду глюк был, то есть вообще пиздец какой, да, и вот, блядь, можно было, да, 100 фейков зарегить, купить эти там все игры там вообще, зарегенные на левую кредитку совершенно, вообще придуманные с генератора, блядь, и эти аккаунты типа, по штуке баксов продавать, это вообще пиздец, да. Не, ну просто, блядь, как такое может быть, блядь, и до сих пор игры эти ничего у меня не отняли, ничего, все, которые, блядь, я кучу там скупил, хотя мне и так дохуя там было, там 60% куплено, но все равно, даже жалко, что я до этого, да, покупал здесь, и даже не хочется там больше покупать, потому что, как бы, вообще, нахуй, еще вдруг какой глюк будет-то, да, то есть это пиздец, или, блядь, я боюсь кредитку заново-то вставлять, а то там бац, опять они, сука, деньги начнут снимать. Ну это, блядь, это пиздец, ну в общем, да, стейдж, один клэр, ну, блядь, ну там, ну все равно, ну, блядь, бесит, да этот Steam, вот, сука, медленный, блядь, он качает по торренту там где-то, по протоколу, вот эти у тебя все интернеты все тормозят, да, блядь, а у меня именно, блядь, когда интернет торрент врубаю, у меня что-то все, нахуй, начинает лагать, да, там сколько коннектов не ставь, блядь, ну торрент качает быстро, но все начинает лагать, да, там, блядь, из-за количества соединений, что ли, провайдер или еще что-то еще. Ну, блядь, в общем, и, блядь, качает годами эти игры, это пиздец, и глючит все там. Блядь, этот Steam, а мне вообще охуел, да? Вот Steam, да, я всегда думал, у него домен Steam должен быть, а у него, оказывается, домен, они, блядь, этого Steam не нашли. У них, сука, домен сайта, блядь, Steam Powered какой-то, вообще пиздец просто. Сука, блядь, вообще название идиотическое, блядь, Steam, нахуй. Какой Steam, нахуй, блядь? Сука, из жопы пар, что ли, идет там, или чего, я так и не понял. И вообще, хуй там его запомнишь, его называют, то ли стрим, то ли Steam, блядь, его даже я до сих пор не могу правильно написать. Блядь, создали парашу, блядь, устарелую, там, блядь, надо закрыть, нахуй, полностью в облачную хуйню перевести, блядь, ну и оставить просто игры для скачивания, блядь.
Это пиздец сейчас, блять, это. Блять, надо в онлайне все равно круче всего играть, это там, потому что пиздец как. И ступай, блять, 3D только нету. Уж, блядь, меня, блядь, спрашивают, почему я нахуй, блядь, не Абдулуком, да, вообще в онлайне играю? Потому что там охуенно, блядь, вообще просто, блядь, ничего устанавливать не надо, сразу все запускается, причем все видят, что ты играешь, там вообще тут же можно выходить, браклип подставлять, и, блядь, моментально можно на телевизор, блядь, на ноутбуке играть, я сейчас уже на iPad, наверное, но до сих пор, сука, так приложение не выпустили, потому что там какую-то проверку они, что ли, проходят или еще что-то. Блядь, вот жду, когда выпустят, и нахуй. Да. Пиздец, а. Блин, вообще, вот. В общем, да, там, блядь, даже как-то игра и, блядь, Space Channel какой-то дали скачать. Я вообще не понимаю, я думал, Space Channel это вообще, я, правда, не запускал, там надо было прыгать, что ли, с каким-то, блядь, контроллером специально. Как в нее играть, интересно? Или что там петь нужно? То есть, вообще, пиздец, там, там столько игр, блядь. Блять, ну главное, они вот эти, сука, это вот эти сеговские, они типа там еще указывают, как будто это как бы отдельная игра. Они как бы, блядь, все из одного приложения этого эмулятора запускаются. И как бы и по отдельности, собственно, не продаются. В общем, вообще, какой смысл, да, покупать, да, на тот, блядь, Steam, лучше новый зарегить аккаунт, где у тебя игр нет этих купленных, вот как с Сёганом, чтобы тебе они сразу были. То есть, пиздец, то есть, вы считайте, блядь, впустую там половину, да, вот денег ушло. Потому что у меня куплен Сёгун вот со всеми, блядь, дополнениями. Блядь, я нахуй их покупал, блядь. Причем даже блот есть пак, вообще пиздец. Так, а они так делают, потому что никто же не покупает вообще старые игры. Там хоть бы что продать-то, сука, а? Да. Как, а в онлайне там вообще, там сначала там 5 до баксов, блядь, скидку дают, потом, блядь, еще дешевле, там бывает преордер, там, блядь, дороже, чем когда игра выходит, он вообще там через неделю уже в два раза меньше, блядь, скидка, потом, блядь, уже там через месяц вообще за 2 бакса уже могут продавать, потом за 1 бакс, там вообще пиздец. Там, блядь, ну там в онлайне даже дешевле там цены, чем, блядь, в русском стиме, все равно, блядь. Это пиздец, сука, когда, блядь, еще этот Steam, блядь, он постоянно в папке какие-то сохраняет, левые эти файлы, хуй там разберешь, что. Блядь, сука, сделали просто хотя бы папку Games, а туда все эти, блядь, пихали, блядь, потом еще и с установки она хранит эти, блядь, все засирает, блядь, все, блядь, там постоянно, блядь, постоянно что тут грузит этот ебаный Steam, блядь, вообще запоздано позагружает, потом вообще пиздец, да, блядь, сама тебе игры загружает, вообще с какого хуя, да? Берет сама себе, блядь, игры ставит, какие-то там, блядь, да, типа бесплатно демоверсию, вот там посмотри там, или вот на халяву один день поиграй там в Бринг. То есть какой-то пиздец. Блять, еще, блядь, кредитки все попиздили, да? Это вообще пиздец, сука. Как они после этого, блядь, существуют, так же, как Санибляди? Блядь, ну пиздец-то какой-то, сука. В общем, там, еще там буду делать отдельно на игры из этого. О, что это? Видали, прилетел. Ну, а и так, вот такой просто чувак крутает, не босс даже. Вообще, ну тут туалет пиздец. Как вызвать, кстати, давайте. Блять, тут должна быть эта супервозможность. Она же во всех сериях была. Можно две кнопки нажать. А есть еще суперудар, да, который у тебя отнимает энергию. Это еще с черепашек-ниндзя нахуй пошло, да? Блять, ну черепашек ниндзя там, как ты можешь до бесконечности, да, делать в третьих эту хуйню, если у тебя одна полоска осталась жизни, да, то ли это баг, то ли специально. Вот, блять, может тут вообще баг был, да, только в пиратской версии, как бы. Да, там как бы пиратский шреддер там и не работал, там зависало, да, там, блять, из-за того, что, блять, вырезали там копирайты пирата, там защита была. А тут Street of Rage, там просто когда ты, энергия кончается, просто не можешь пиздить больше суперударом. Да, блядь, ну как вызвать-то супер поддержку? Или во второй части ее нету? Там, блядь, в общем, Аншабдуль, там на канал подписывайтесь, уже там 13 тысяч подписчиков почти.